У Гомель приехали белые тигры, экзотичные драпежники, удельники новой шоу-программы легендарного цирка Никулина, гастроли якого пройдут у Гомельским державным цирку. Покуль артисты рыхтуются до первого выхода на манеж, до их завитали наши корреспонденты. 6 белых тигров, 2 хлопчики и 4 девчинки. В возрасте от 1,5 до 2 годов. Это совсем молодые и энергичные живелы. Как раз подстать своим дрессировщикам. Алисе Нестеровой и Алексею Порушаеву. Алиса – продолжальник ведомой цирковой династии у 4-м поколении. А ее полосатые годованцы – нашатки заслуженных цирковых живел старейшего состава. Сдается, что все тигры подобны один на одного. Але дрессировщики легко их отрознивают по полосках на морде. Это молодые, которые воспитаны нами, выращены нами, то есть вот, выдрессированы. Ну, чуть-чуть, правда. Забирали домой, нянчили их, выкармливали некоторых, соски выкармливали, то есть вот, то есть Еремей, прощай. То есть также и дома находились какое-то время, потому что это уход не меньше, чем за маленьким ребенком. Шанс на рождение белого бенгальского тигра у дикой природе 1 на 10 тысяч. Черно-коричневые полосы на белом футре и блакитные вочи – выник природженной мутации генов. У Гомелі эти прыгажуны станут удельниками номера под назвой «Мой тотем». Это история про сябровство людей и белых тигров. Дрессировщики говорят, у каждого их годованца свой характер и уникальные якости. Кто-то есть вредный, кто-то есть наоборот, кто очень любит что-то делать, что-то показывать. Вот, например, у нас есть кот, надо выходит раньше положенного времени. Мы даже уже перестали его останавливать, как-то просить посидеть больше, чем нужно, потому что вот он, для него это счастье выйти и сделать что-то. Он столько удовольствия от этого получает. Кто-то есть, кто-то обидчивый у нас. Чересчур. Девочки, да, у нас такие. Что-то ей не понравится, все, она отворачивается и на контакт вообще никак не идет. Алиса Нестерова так само представит на манеже номер с собаками и выканает руки на полотнах. А еще глядачу чакают выступления жонглеров, гимнастов и акробатов. Номеры с дрессированными котами и голубами. Забавлять публику на протягу усяго представления будет клоун. Убачить артистов цирка Никулина и белых тигров можно с 17 соковика. Ганна Каральчук, Ольга Коновалова, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель».